Блин, там так громко. Забил самый крутой гол сегодня, тебе наш подарок. Молодец. Пойдемте фотографироваться. Конечно. Забили? Да. Ну, такое. Ему все забивают. Да нет. Только ленивые мне не забивают. Давай. Наши дети ходят на трибуны, кричат, шумят. Футбольного клуба со всеми росписями. Ой. Всех игроков. Данил, посмотри. Дарим вам мяч. Ты обещал подарок. Да. Вся команда полностью ходит на все матчи. Матчи для нас это очень, ну как сказать, для нас это знакомо. Они учатся, они смотрят, они получают эмоции. Даже хочу сказать, что некоторые дети даже стали лучше разговаривать. Мы даже не знаем, как мы раньше жили без факела. А то, что сегодня мы попали сюда, на стадион «Чайка», поиграли с командой, с факелом, посмотрели их тренировки, обменялись подарками. Для нас это просто, я не знаю, у нас сегодня, ну, такой счастливый день.